Скандал на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Спортсменов буквально косит вирус. Заразились уже 30 человек, в том числе и украинцы. Больше расскажет Алексей Пшемыский. Все спортсмены, подхватившие вирус, проживали в отеле «Тауэр» в центре Лондона. Больше всего заболевших из Канады. У атлетов сильная рвота и температура. Сначала врачи подозревали кишечную палочку, которая могла распространиться через пищу. Однако позже выяснилось, что спортсменов подкосил так называемый норовирус – редкая кишечная инфекция. Есть разные версии, откуда взялся вирус, но врачи нас заверили, что дело не в пище и воде, и мы тоже придерживаемся такого мнения. Я уверен, что отель и администрация здесь ни при чем. Болезнь выявили уже у 30 человек. Среди заболевших также атлеты из Германии, Эстонии и Ботсваны. Вирус подхватили и спортсмены сборной Украины. По словам тренера, состояние его подопечных удовлетворительное. И в гостинице действительно распространился этот вирус. Его, ну, часто еще называют там кишечный грипп. Он проходит достаточно быстро, но, к сожалению, с рвотой и диареей. У нас в команде заболело несколько спортсменов. Но, в общем-то, мы надеемся на то, что случаи заражения, они прекратятся. И те, кто уже был заражен, они восстанавливаются нормально совершенно. Украинцев, которые еще должны прилететь на соревнования, уже решили селить в другом отеле. Из-за вируса на чемпионате разгорелся уже крупный скандал. Организаторы не допустили к забегу на 400 метров одного из фаворитов чемпионата Исаака Маквалу из Ботсваны. Охрана остановила его у входа на стадион и не дала пройти, боясь, что он заразит других. В результате золото взял его ближайший конкурент Вейд Ван Никерк. Я просто разбит не болезнью, а их решением. Я был готов, со мной все в порядке. Я приехал сюда за медалью и был готов взять ее. Но когда кто-то говорит тебе, что нет, ты не бежишь, так нельзя. Тем временем медики пытаются выяснить, как вирус попал в один из элитных отелей Лондона и не занес ли его туда кто-то специально. Чемпионат продлится еще 4 дня. Впереди финалы, где взять медали рассчитывают и украинские спортсмены. Из Лондона Алексей Пшемыский, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер.